1 июня в Ленинград для встречи с избирателями прибыл член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель ВЦСПС Александр Николаевич Шелепин, баллотировавшийся в Совет национальности Верховного Совета СССР по Ленинградскому городскому избирательному округу. Александр Николаевич Шелепин побывал на предприятиях города. Объединение «Светлана». В этих цехах делают тончайшие полупроводниковые приборы. 4 года назад на «Светлане» был разработан комплексный план социального развития. Главное внимание в нем сосредоточено на развитии производственного коллектива и развитии человека как личности. В объединении много молодежи. Большинство имеет среднее образование, учатся в вузах и техникумах. Трудящиеся Советского Союза, говорится в обращении Центрального комитета КПСС, хорошо сознают, что завтрашний уровень производства, материального и культурного благосостояния народа зависит прежде всего от результатов сегодняшнего труда. Во Дворце культуры имени Ленсовета на встречу с Александром Николаевичем Шелепиным собрались представители всех районов города. Выборы в Верховный Совет СССР – новое проявление нерушимого единства партии и народа, торжества советской демократии, залог дальнейшего развития народного хозяйства страны. Кириши. Самый молодой город нашей области. Еще недавно здесь был небольшой поселок, разрушенный войной. А сегодня вырос нефтеперерабатывающий завод имени 50-летия Ленинского комсомола, одна из крупнейших строек Северо-Запада. Сюда едет молодежь со всех концов страны. Химики, энергетики, строители. На заводе вступают в строй новые цехи, новые установки. Кирижскому бензину и дизельному топливу присвоен государственный знак качества. Старого доброго друга встречает киришане видного советского писателя и общественного деятеля Николая Семеновича Тихонова, который вторично избран депутатом Совета национальности Верховного Совета СССР по Ленинградскому сельскому избирательному округу. Совхоз Ленсоветовский. Отсюда Ленинград ежегодно получает 1000 тонн свежих овощей. Совхоз – крупное современное сельскохозяйственное предприятие. 5 лет назад бригадир Нина Филипповна Фролова перешла из передовой бригады в отстающую. Теперь ее бригада одна из лучших в области.
Нина Филипповна – герой социалистического труда. Ее уважают за чуткость, отзывчивость, принципиальность. Простой рабочий человек, дочь путиловского рабочего, Нина Филипповна Фролова, избрана в высший орган государственной власти страны. В этих лабораториях изучают проблемы высшей нервной деятельности человека. Нейрофизиология – молодая наука, и многие открытия сделаны в стенах этого института под руководством Натальи Петровны Бехтеревой. Она крупный ученый, ее имя знают во многих странах мира. Говорит доктор медицинских наук Антонина Николаевна Орлова. Вот уже 20 лет я имею счастье работать совместно с Натальей Петровной Бехтеревой. В ней поражает исключительная энергия, работоспособность. Наталья Петровна всегда умеет определить, что ново, что перспективно. Все, кто общается с Натальей Петровной, знают ее как человека очень доброжелательного, чуткого, внимательного ко всем людям. Вот, вероятно, это те основные качества, которые позволили Наталье Петровне стать ученым мирового масштаба. Наталья Петровна Бехтерева, автор 110 научных работ, доктор медицинских наук, директор Института экспериментальной медицины, избрана депутатом Верховного Совета СССР. Посланцы почти 100 стран собрались в Ленинграде на всемирную встречу молодежи, посвященную столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Где бы ты ни жил, на каком бы языке ни говорил, имя Ленин звучит для тебя как призыв к борьбе с бесправием, с эксплуатацией, как символ боевого единства. Торжественный реквием в память защитников Ленинграда, в память всех жертв войны. Молодость планеты клянется все свои силы отдать борьбе за мир, национальную независимость, за социальный прогресс, за счастье народов. Нити дружбы и солидарности крепко связывают прогрессивную молодежь земного шара со всем советским народом, с городом Ленина. Искренность встреч сокращает расстояние между странами, делает незнакомых друзьями. Им, молодым, прогрессивной молодежи мира, выпала честь наследовать и продолжать великое дело, начатое Лениным. Форум закончился торжественным митингом в Большом концертном зале Октябрьской. Первый секретарь Центрального комитета комсомола Тяжельников сказал, «Наша встреча убедительно показала, что под знамена ленинизма становятся все новые и новые миллионы молодых борцов. Идеи Ленина выражают коренные интересы молодежи мира, указывают единственно верный путь революционной борьбы».